знал, не так ли? Я не был уверен, но подозревал. Я предполагал, что из наконечника Мари Жанна могла сделать нечто безобидное, что-то вроде трости. Но можно ли ей убить его? Еще как можно. Я потерял его. Себастьян знает, что наконечник у нас. А если пока нет, то скоро узнает. И что же нам делать? Перестать за ним гоняться. И заставить его самого прийти к нам. Лидию ранили. Сильно. Это ничего не меняет. А если она умрет? Она умрет, если мы не остановим Себастьяна. Он придет не только за наконечником, а за всем тем, что стоит у него на пути. И в данный момент это мы. Что вы делаете? Однажды ты спас мою жизнь, а теперь я хочу спасти твою. Я не уверен, что знаю, как это делается. Ты все знаешь, Пэриш. Потому что на фреске это ты, и только ты можешь остановить зверя. Тот, кто нарисовал ее, не видел парня с пистолетом, сражающегося со зверем. Он видел тебя. Он видел Цербера. Ослабеет. Они оба ослабеют.